Привет! Меня зовут Ксения Соткина. А сколько тебе лет? Мне 11 лет. А какую ты любишь больше всего музыку? Я люблю мелодичные песни, но бывает, когда грустно, включаю такие драйвовые, веселые песни. А как твоего педагога зовут по вокалу? Моего педагога по вокалу зовут Хайтович Наталья Петровна. Ксюша, скажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься? Я занимаюсь вокалом эстрадным и танцую по стилю хип-хоп. А какой у тебя любимый композитор? Мой любимый композитор, хотя их много, но самый любимый – это Ермолов, поскольку он пишет детские интересные песни. Я мечтаю, скорее всего, дальше продвигаться в творчестве вокал и занять достойные места на различных мировых даже конкурсах. У тебя есть любимый цвет? Да, мой любимый цвет – это синий, голубые, ну, такие достаточно темные цвета. Какой у тебя класс? У меня класс 5Б. Он очень хороший, и все мы очень друг с другом дружим и общаемся очень хорошо. А скажи, пожалуйста, сколько у тебя примерно друзей в классе? Вообще в нашем классе 37 человек, и со всеми очень хорошо общаюсь. Все мне друзья, и нету с кем я не общаюсь. Я желаю тебе удачи. Спасибо большое.